Добрый день, добрый вечер, вернее, около 6 часов вечера. Я вас сейчас хочу повести в Target, магазин обыкновенный, простой, такой дешевых товаров. Ну, такой простой для простых людей, универмаг. Опять же, он в сети. Там будет присоединено другой кусочек видео из другого Таргета. То есть они же в сети, не здесь, в каждой деревне этот Таргет, а в больших городах их несколько. Вот, и он такой специфический, такой выкрашенный этот магазин, он весь красный. Футболки у работников красные, одежда. И, ну, такой он специфический, такой, его сразу можно узнать, этот Таргет, да? Вот, и сейчас мы с вами пойдем туда. А это я кручусь по его парковке под Таргетовской, чтобы вам показать примерно хотя бы ситуацию вокруг магазина, как здесь все выглядит. Так, это село Селом, маленький городишко. Вот, все время люблю говорить про статус места, где мы находимся. Это город небольшой, но просто чтобы вы представляли, потому что если снять внутри просто магазин, может быть, не будет такая четкая картинка того, что находится вокруг этого магазина, да? Вот. Так, что здесь еще у нас такое есть? Вот вам пицца. Нет, это такси. Я думала, пицца-развозчик. Да, это такси белое. Вот еще одно такси. А что они здесь? Они здесь что, паркуются, что ли? Вот еще одно такси. Такси здесь, кстати, в Америке стоит недорого. Я была даже в Чикаго. Недорого ездила, не бешеная цена, не такие, как в России. То есть сравнительно с американскими зарплатами очень-очень даже нормальные. Вот. Так. Так. И вот так вот мы припарковались, и мы сейчас пойдем. Вот здесь такие красные тележки в этом магазине, видите, да, все такое красное. Все, идемте. Добрый вечер, магазин Target. Вот по этим шарам, шары каменные, их не сдвинуть. Отличить можно магазин Target по красным футболкам. По красным футболкам их работников сидящих, да? И по вот этим шарам, шары каменные, они не двигаются. Это парковка магазина Target. Target тоже в сети. Магазинов американских. Вот вам инвалидные кресла стоят на улице, про которые я не утомляюсь рассказывать. Это специальная машинка, которая собирает эти корзины, эти. То есть работник на этой машинке собирает корзины. Так, идемте сюда и посмотрим, что здесь есть. Значит, что здесь есть? Любой мусор сортируется в этом магазине. Видите, все бросать по мусорным отдельным этим. Берем мы такую вот тачечку красивую. Подожди, а меньше, больше нет. Я очень редко в этом магазине бываю, кстати. Ой, господи, не оторвешь ее. Да ну иди сюда. Да, мусор, ты смотри, здесь, значит, для карточек пластиковых. Для пластиковых мешков, для алюминиевых банок, просто для мусора и для этих селфонов каких-то там. А, ну собирают. А, ну что в этом смысл, какой в магазине собирать, я не поняла, не знаю. Ну неважно, короче, вот. Так, идем мы в этот магазин. Вечером я по-быстренькому пройду. И единственное, что мне нужно здесь, это сейчас продовольственный я зайду отдел. Здесь небольшой, он, кстати, в этом магазине в Таргете. Магазин большой, а отдел небольшой. Смотрите, какая накидка американского флага, да? Прям флаг американский накидываешь, $20 стоит на себя, и ходишь в американском флаге. Ну надо же. Так. Не видела я, чтобы ходили тут в накидках. Ну, это какой-то праздник, может, какое-то что-то там патриотическое. Да, люди наденут. Так, это
магазин. В вечернее время, людей мало. Где-то к 8 часам примерно. Подушки вот девушка купила. Накупила подушек. Магазин дешевый этот. Недорогой. Вот. Гляньте, что я здесь нашла. Вот этот вакуум клинер. То есть этот пылесос, который бегает, да? В том магазине в дорогом стоил. Я уже не помню. А здесь он стоит... Или это может быть другой бренд. Да нет, одинаковый бренд. iRobot. А где цена, не вижу. Этого iRobot не вижу. Вот еще маленький робот. Вот такой вот. Вот такой робот. Малюсенький, там на него фотография есть. Сколько он стоит, я не знаю. Господи, где ж цена? А, маленький, вон вижу, внизу коробка. 199, 200 долларов маленький стоит. На большой нет цены. Черт, что такое? Почему на большой нет цены? Сейчас найду. Не нашла цены. Ну все, ладно. Вот такие вот еще в магазинах есть. Если вам нужна помощь, понимаете, телефоны к вам придет ассистент помогать, да? А это прайс, машинка. Подносишь товар, и она тебе проверит твою цену. Вот. Ну, а это написано, что... А, вот там схема показана, что ты здесь стоишь, и там же нарисована схема по магазину наверху, где что находится. Ну, а телефон, благодаря телефону к вам придет туда. То есть, подняв телефон, только поднять написано, придет. Вот там мусорка просто. Вот, вот такие услуги в гастрономах. Вот магазин Target у входа, да? Универмаг. И здесь стоит кресло такое. Вот оно инвалидное. И на инвалидном месте оно припарковано. То есть здесь вот эти вот голубые полоски обозначают место инвалида. Вот там знаки. Вот, ну, любой его этот инвалид возьмет и поедет в магазин. Вот сюда. Вот туда. Вот. Вот. Добрый вечер еще раз. Заходим мы в этот магазин. Как я уже сказала, совсем другой, не тот, в котором мы были в прошлый раз. Вот. Это машинка, которая толкает тележки. Собирают люди, которые работают, собирают тележки по магазину. Вот. Здесь совсем по-другому немножко выглядит все, но все равно это Тарги. Здесь есть кафушка с этими, с всякими гамбургерами, чизбургерами. Мы берем тележку. Так, тележку можно протереть. Ручку тележки можно протереть салфеточкой. Сейчас мы посмотрим. Подождите, сориентируюсь. А вот там что? А вот там туалеты, реструм написано. В каждом магазине есть туалеты в Америке. Я вам говорила, а что вот эти вот автоматы? Что-то не пойму. То ли... Не пойму, что там вот это вот за автоматы машинки. Ладно, надо разобраться. Сейчас я протру вот здесь вот. Вот так вот берешь, вот так вот, и вот так вот протираешь. Вот так вот протираешь, и вот так вот выбрасываешь. Так. Вот. И пошли мы по магазину. В кафе никого нет, потому что 7 часов вечера, уже никого нет. Так, это магазин, супермаркет, большой по всей Америке, как я уже сказала. Значит, простые товары здесь такие, цены здесь умеренные, одежда есть кое-какая, которую, в принципе, люди как-то, знаете, ну не знаю, вот даже среди американцев, у которых нормальный доход, очень часто встречаются люди, которые вот покупают, ну, в таких вот дешевеньких магазинах одежду. Бывает и так.
То есть он не ищет какие-то бренды на сейлах, да, на распродажах, чтобы был хороший бренд. Но когда он там на распродаже, он будет дешевле. Вот, а идут в такие магазины. Ну, цены здесь новые, цены тоже приличные какие-то, по $22 обыкновенные босоножечки. Вот. Это спортивный отдел здесь. Спортивные, знаете, какие штанишки, да? Такие, такие вот. Так, если сколько они здесь стоят? 39. Да так себе и обыкновенная нормальная цена. Не сказать, что дешево, да? А то я расхвалила, что дешевый. Фитинг-рум, это примерочная вот там вот. Вот тут вот примерочная, туда идти. Вот. А. Теперь сейчас мы выйдем отсюда. Ну, спортивную одежду, может, здесь и можно взять. Вот эту вот, что на манекенах было. В принципе, почему и нет. Я даже не знала, что в Таргете здесь. Интересно. Я думала, здесь как-то на такую. Ну ладно. Про спортивную, может быть. Носки. Здесь одежда, так знаете, немножко под Walmart похожа. То есть, как вот из того большого универмага, что я вам показывала, там всякие консервированные товары. Похоже на то. Так, здесь даже есть отдел электроники. Там народ разговаривает, не пойду. Детский отдел. Вот это пресс-машина, это чек-прайс машина, это проверочная цены машина. Детские игрушки классные. Excuse me. Детские игрушки. Надо будет подробнее мне показать вам. Так, это что тут такое? Ага, какой-то вот эти Звездные войны и прочее. Ага. Довольно-таки большой отдел детских игрушек, велосипедов. Редко-редко я бываю в Таргете, надо будет почаще. Сейчас покажу кино. О, русская это, гляньте. Русская, то ли война и мир. Война и мир. Только американская версия. Ну надо же. Пьера этот. Боже мой. Ну давайте посмотрим. Боже мой, американская. Их же несколько версий. И Анны Карениной они сделали несколько версий. Понимаете? И War and Peace, вот, война и мир. Угу. Представляете? Реклама, да? Все, уже не интересно. Ты смотри, реклама кино, война и мир. У нас есть, когда я приехала в Америку, хазбанд перед моим приездом, значит, подарки мне там собирал, что мне там покупал. И один из подарков был, это он мне купил кассету «Война и мир», значит, это, DVD. Я приехала, он говорит, я тебе купила «Война и мир», как будто ее не видела, слышите? Ну, только эту... подожди, нашу он купил, наша версия у нас есть, наша переведенная. Нет, не переведенная, титры внизу идут. Этот, нашел, что подарить, да? Не то, что подарок, ну просто вот я когда приехала, были всякие там эти шампуни, то все, ну там все стояло. Ну, чтобы человек приехал же, сразу же надо спать, мыться и кушать, да? Вот, все для твоей жизни. И в том числе эта кассета была, значит, и он мне еще так похвастался. Я говорю, ну да. Вот, чего мне не хватало в Америке, это этот.
«Войны и мира» кассету. Вот мальчик играется. Вот. Пацанетки, да? Пацанетки играются. Ой, надо будет мне прийти сюда снять. Ой. Господи. Закричала, напугала. Поехали дальше. Тоже реклама чего-то. Здесь отдел электроники есть. Вот. Так, и очень-очень-очень много игрушек. Великов много. Вот эти кресла стоят в магазине, брошенные покупателями около касс. И встают они, некоторые идут своими ногами. К машине, я имею в виду. Я что еще хочу показать здесь, это этот отверстие для ножек ребенка сажать. И здесь ножки он засовывает, да? Вот там вот написано, как его сажать. То есть не во всех тележках есть эти... Не во всех тележках есть отверстия. Но вот в таргетовых тележках есть.